Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Всем доброе утро. У нас сейчас утро, ну как, 9:30 где-то. Мы с Боночкой решили сходить погулять немножечко. Настика погулять. Вот, вообще надо забрать за правило мне с Босей ходить. Джуси не пошла с нами, она вообще посмотрела на меня, как на умалишенную женщину. Вот, она спит где-то во дворе. Надо взять за правило ходить с Боси по утрам. Ей так понравилось. Мы уже второй раз с ней так гуляем. Просто сегодня поеду мальчишек. Я без макияжа еще даже себя в порядок не привела. Только всех завтраком накормила. И все. Думаю, дай-ка я схожу, потом схожу в душ. А потом уже поедем. Поеду. Сегодня же у меня дополнительное занятие у младшего сына. И мы приезжаем поздно обычно, часов 7, а то и 7:30, потому что бывают пробки. Вот. И я подумала, что я схожу с утра. Может, еще и вечером сходим, если будет настроение. Настроение. Вот. Так бойся. Ну, на самом деле, утром хорошо гулять. Идешь, тишина такая, птички поют. Вообще классно. Кого нет. Все уже разъехались, потому что кто на работу, кто куда. Слышите вообще? Тишина такая, да? Прикольно. Вообще. Так вот, гуляем. И Боночке очень нравится. Она идет одна себе не спеша. Каждый листочек понюхает. Хорошо. Но вообще она у меня тут забастовку мне устроила. Сегодня поеду еще. Почему решила с ней с утра погулять? Потому что нужно сегодня мне купить корм ей. Она, короче, у меня забастовки устраивает, ничего не ест. Нет, точнее, она ест, то она только сухой корм ест, то она эти банки ест, то она их не ест. Короче, они ей не нравятся, девочки. Видите, как у нас хорошо солнышко встает. Вот. Пытается. Точнее, она уже встала, пытается выйти за тучки. Снега у нас уже почти нет. Класс. Вот, в общем, и надо ей найти другой корм. А то меня скоро съест она. Да, Боночка? Не мешай, я занята. У меня прогулка. Утренний променад. Вечерний променад или утренний. Нет, утром прикольно гулять. Собак нет других. Никого нет. Хорошо так. Птички поют. Красота. Я взяла наушники, думала, музычку послушаю. Что-то так не хочется. Ой, у нас даже сова. Слышно, нет? Сова угукает. Нет, не сова, это кто-то вроде другой мне говорил, что это кто-то другой, это не сова. Вот так вот у нас красота. Бона так медленно идет, ей хорошо. Я с ней, потому что всегда медленно, она не любит быстро гулять. Вот она, видите, все надо обнюхать. Мы с ней маленький кружочек, который, например, если муж пойдет с ней гулять, он пройдет его за 15 минут. Мы с Боной идем почти 40, представляете? Ну, мы недолго гуляем, минут 30-40 сейчас. Вечером, когда выходим гулять, подольше гуляем. Еще вот такая вот у нас, видите, уже снега почти нет. Уже уточек я тут видела. Утки прилетели. Такой домик симпатичный. У нас тут много симпатичных домов. Есть старые, есть какая-то сосенка. Есть старые, есть новые в поселке. По-разному. Да, Бонь? Вот так вот мы дойдем до куда-нибудь и стоим. Вот такие вот мы гулёны. Слушайте, птичка поет. Слушайте, такой релакс по утрам. Мне нравится. Я буду, наверное, все время теперь с Боной ходить по утрам. Птички поют. Красота. Просто красота. Мы не так далеко ушли от этой машины, видите? Ну, вот так вот. Все надо обнюхать, все надо просмотреть, прошерстить. Класс. Ладно, мы уже пойдем домой. Я сейчас приму душ. Ну, так, мелкие дела подумаю. Надо будет ехать корм смотреть. Уже если что-то куплю, не знаю, сейчас посмотрю в интернете какой-нибудь магазин. Вот, если что-то куплю. Коты едят этот ProBalance корм, я имею в виду, а это... Вообще с бастовки меня устраивает, короче, съест меня скоро. Вот, надо что-то и другое посмотреть. Ну, может, действительно невкусно. Я же не знаю, девочки, мне уже не спросишь, она же не скажет. Вот, так что вот такой вот получится влог. Еще мне надо в мясную лавку заехать. Так что
Так что поедем. Соберу сейчас, накрашусь, как всегда. Вот, и пойдем. Но по утрам, слушайте, я прям кайфую. По утрам так клево. Мы еще с ней идем. Ну, видите, она. Мы недалеко ушли, видите, вон там машина стоит. Вот, и это. Она еще так медленно идет. Я с ней так медленно, так хорошо. Никто не торопит, да, Боночка? Хорошо вдвоем. Ну, с ней хорошо вдвоем. Джуська-то она бежит, ей надо бежать. Вот. Так что встретимся, уже, наверное, покажу покупки. Смотрите, девочки, дятел на столбе. Слышите? Красота. Он такой красивый, жалко, на камеру не видно. Прикольный. Девочки, хотите, я вам расскажу секрет, как, точнее, ну да, секрет, как побороть плохое настроение, депрессию и все остальное. Вот так вот, девочки. Да, скажи, Касперюш, вот так, ложитесь на солнышко. Вот так вот. И лежите, думайте о хорошем. Да, Касперюш? Слушайте, он как солнышко выходит. Каждый день вот такой у нас. Да, Касперюнечка? Вот. И прям, знаете, у него такая мордочка, как будто он улыбается. Смотрите, какой. Так лежите, девочки. Крейте вначале один бочок, потом второй. А потом делайте вот такие вот телодвижения. Скажи, Каспер, и все проблемы как рукой снимает, да? Что может быть лучше? Вот так вот, видите? Вот так вот, девочки. Каждое утро у нас. Каждое утро у нас вот такая вот, такие вот солнечные ванны. Да, Касперёночка? Видите? У него такая мордочка. Мне кажется, он там прямо улыбается. Ему так хорошо. Смотрите, какой. Касперёш, тебе хорошо? Мне кажется, ему очень хорошо, видите? Сейчас вот, например, вот кусочек спинки на солнышке и хвостик. А голову вот солнышко убрать, вдруг напечет, да? И вот так вот лежать. Полдня. Пока солнышко не уйдет. Да, Касперёночек? Каспер, ты заснул? Каспер. Чуть глаз приоткрыл, и все. Ой, в общем, вот такой вот. И все. И настроение, и позитив отличный у нас. Да, мышь лодки. Вот он какой у меня хороший. Скажи, иди, мать, не мешай мне. Не мешай. Главное, позавтракать перед этим. Это самое главное. Позавтракать, немножечко побегать, немножечко поразмяться, а потом идти и принимать солнечные ванны. Хотя бы часть. Часть, хотя бы спинка, хвостик должны быть на солнышке, да? Так, меня просили еще показать свою рассаду. Вот она у меня. Здесь у меня перчики. Вроде ничего такие. Ну, вот а баклажаны, конечно, такие у меня. Не знаю. Ну, попробую купить рассады. Потому что говорят, что обе купил кто-то у нас в России. И будут открываться. Так что я вообще... Вообще все хорошо. Вот, а это у меня помидорчики, смотрите, какие. У меня были некоторые, вот этот вот, например, видите, совсем почему-то маленький. Вот, были два помидорчика было, да, у меня, которые погибли в итоге, так и не стали расти. А остальные все, вот, которые я рассадила, вот они все, вот некоторые вообще уже вот тут вымахали. Вот, но это такие, это черри, по-моему, у меня. Уже не помню, так не буду их мучить сильно. Ну ничего, скоро уже будем высаживать. Вот это у меня тут многострадальный укроп, который я посадила, думала, вырастет у меня. Не. Вот, так что вот так вот. И здесь у меня, сейчас вот на этом окошке покажу. Здесь у меня кукуруза. Не вся она у меня пошла. Вот эта вот трава, это все такая миленькая. Я сажала, я ее тут периодически выпалываю. Вот это вот я имею в виду. Вот. Здесь у меня что? Кукуруза. Вот. Которая в виде травы. Тоже не вся пошла. Но у меня все пошли эти тыквы. Вот эта, которая крупная тыква. Я не знаю, они что ли тут цветы какие-то дают. Напишите, может, надо их это отщипнуть что-нибудь.
кто знает, вон сбоку там какие-то пошли. Девочки, кто знает, напишите. Это вот тыква обычная, крупная какая-то у меня была, видите? Какие-то как, ой, извините, как пасынки какие-то, да, что ли, пошли? Или что это такое? Вот это вот, вот это, вот это. Может, надо отщипнуть? Это у меня помял кот. Но ничего страшного. Мне, в принципе, три много. Вот. Так, и вот там тоже тыковка. Последние четыре. Тоже тыква. Это мускатная, которая тыква. Вот, так что все. По рассаде у меня все. Больше ничего нет. Вот. Ну, мне, в принципе, и достаточно всего. Огурцы уже буду сажать непосредственно в парник сам. Вот. Но сейчас вот тепло становится. Я буду этот цветную капусту, в общем, в парник ставить семена, чтобы, потому что она у меня от жары гибнет. Она любит холод. Вот, так что. Ну, тыква что-то у меня пошла, да. Пошла. Вот. Напишите, кто знает, вот это вот надо отщипывать, не надо, не знаю. Так что вот такая вот у меня красота. У меня мальчики умнички вон какие. Сходили в магазин, несут. Второй тоже. Молодцы. Ты у меня умничка? Купил себе всяких вкусняшек и несет, да? Тяжелее, чем у Лёвы? Не может такого быть. Не может. У Лёвы самый тяжелый пакет. Нет, у меня. А я только с лимонадом иду, девочки. Вот видите, плюсы иметь сыновей. Вот они. Ой, кошмар. Тяжелее, чем у тебя. Да. Так, приехали мы домой. Сейчас покажу. Зашла в магазин 4 лапы. Мне очень советовали. Девчули мои меня встречают, конечно же. Вот. Очень советовали вот этот магазин 4 лапы. Я нашла недалеко, вот где я, в общем, нахожусь. Этот магазинчик. Ну, не скажу, что там дешевле, чем в Петшопе, но больше выбора, намного больше. В общем, купила своим. На пробу разные баночки. Посмотрела, чтобы это было российское производство. Вот такие ЧС какие-то, мясное ассорти с языком для собак. По две штучки. Вот. Потом вот такой какой-то гурман. Говядина для собак. Ой, не помню, девочки, сколько что стоило, уже забыла. В общем, ну, здесь состав вроде хороший. Здесь вообще одно мясо, считайте. Вот, производство Елецкий комбинат, город Елец. А по составу здесь вот говядина, вода, ну, считайте, желатин и соль. Соль есть везде, во всех консервах. Ну, сколько я не смотрела, везде есть соль. Еще вот такой Ава. Вот такой Ава, он производится у нас в России, но есть линейка, которая производится, по-моему, в Италии. Вообще это российский бренд вот этот вот. В общем, купила еще вот такое. Говядина сердце и говядина баранина. В общем, будем пробовать. Будем смотреть. Из котов ничего такого мы там не нашли. Интересно, мы купили им шебу. В общем, всякую разную шебу. Ну, тоже будем пробовать. И самое главное, это у меня сын старший. Ой, это Джуськи попросил. Это Леофан. Он все время очень любит им игрушки покупать. Себе не покупает. Сам уже не играет ни в какие игрушки. А вот котам... Очень любит котам и собакам. Это Джуськи. Бон, он мне не играет в игрушки. А Джуськи любит. У него, конечно же, мало в кавычках игрушек. В общем, сейчас отдам, сейчас покормлю. И дальше у меня тут мясные покупки тоже вам покажу. Так, хвостатиков я накормила. Теперь давайте мясные покупки вам покажу. Взяла купаты. Это из индейки. Не помню, сколько они стоят. 400 с чем-то рублей. Дальше, говядина. По-моему, 450 рублей. Такая большая лопатка я взяла. Косточку на суп, мясо, ну, жилочки я обычно. Очень вкусная баночка была. Вот, я это обычно на супчик, а жилочки с собаком, а мясо потушу там с чем-нибудь. В общем, так. И фарш. Он, кстати, стоил 560, по-моему, рублей. Это говяжий. Доходило до 560 рублей, сейчас 499. Не знаю, почему у нас мясо привязано к курсу доллара, но как-то так. Вологодское масло,
кусочек, не помню почем. И купила вот такой вот, я не первый раз уже покупаю, когда вижу, у них беру. Это бекон у них называется, тоже не помню, девочки, почем, но он очень вкусный. Прям здесь вот чесночок, травки всякие. В общем, вот такой вот бекончик. Я посмотрела, здесь на этикетке написано «Краснодарский край». И немножечко, вот буквально чуть-чуть, вот такой вот ветчины купила. Так, это мясные покупки. Сейчас еще покажу, в магазин «Верный» мы заходили. Так, и теперь покупки в магазине «Верный». Купила молоко и купила вот такой вот, девочки, это очень вкусный лимонад, вот этот вот. Еще мы чай купили, но выпили его в машине. Ну, как выпили, там где-то он еще у мальчишек есть. Вот. Вот этот bubblegum очень вкусный. Вот это фантола. Вообще лимонад прям обалденный. Еще купила вот такой, попила в машине. Кефирный коктейль с клубникой. Я вообще молочку не очень люблю. Кефир так вообще прям очень редко его пью, очень редко покупаю. Бона не грини. Бона. Бона. Не греми, пожалуйста. Да, облизывай там мисочку. Ну, такое. Попила. Ну, вкусно. И не то, чтобы я там буду покупать сильно часто, но вкусно. Вот, еще мне очень нравится в магазине «Верный» вот эта вот лапша. Макс Стори, вот эта вот безбармачная. Девочки, извиняюсь за... Она очень вкусная, вот эта вот. Я покупала в ленте похожую, но она не такая вкусная, как вот эта. В общем, купила, чтобы у меня была. И вот такую еще взяла, лагманную. Не знаю, что буду готовить. А вот это я делаю запеканочку. Очень вкусно. Увидела шоколадку вот эту. Ну, Бона, перестань. Бона. Вот будет греметь. А, вот это вот Бона. Ну все же хорош. Вот эту белорусскую шоколадку, как она мне нравится. Причем мне очень нравится именно горький с начинкой. Очень вкусный. Это белорусское производство. У нас еще стоит... Мне еще писали, что конфеты вкусные, вот эти вот коммунарка. Конфеты я не нашла, девочки. Только вот такую шоколадку. Еще есть точно такая же, только не трюфель, а внутри черная смородина. Тоже очень вкусно. Но я вот взяла себе... Она не дешевая, она стоит, по-моему, вот это в районе 200 рублей. Трюфельный элит. Но она просто... Я ее... Мне ее надолго хватает. Она здесь такая пластиночка. И очень хорошо, что кроме меня ее никто не ест дома. Вот, а мальчишки взяли себе вот такую шоколадку. Вот такой вот арахис карамель. Вот, ну, это конфетки еще такие есть. Так, дальше купила Виолу вот такую сливочную, сметану Василькова, сосиски, колбаску вот такую вареную, не знаю, может, салатик, может, оливьюшку какую-нибудь сделаю, и сыр, потому что я запекаю вот это с сыром, поэтому взяла вот такой самый простенький какой-то кусочек, сыр полутвердый голландский, по ценам не скажу. Впервые увидела вот такую марку. Это хлебзавод. Почитала, это питерский хлебзавод. Вот такой белый хлеб взяла. И вот такой вот жаркая гречка. В ленте я такой не видела, вот такую марку. Думаю, надо взять. Он прям такой мягенький, воздушный. Вот. Ну, правда, говорят, что когда воздушный, то много разрыхлителя кладут. Не знаю. Роскошь злаков. В общем, попробуем. И немножко здесь фруктов у меня. По 260 рублей купила сливы немножечко. Помидоры. Еще хотела купить огурцы. Там были такие в упаковке пупырчатые такие. Ну, вы поняли, да? Вот. Но там штрих-код, короче, не читался. В общем, она мне в итоге не пробила. Черри не было. Купила просто вот такие простенькие помидорки. Их также в запеканочку пущу. И еще мандарины по... Там были по акции 98 или 99 рублей. Что-то в этом духе. Вот. Так что вот такая вот у меня была покупка. Не могу найти чек. Если найду, девочки, то покажу вам в этом видео чек. А так вот такие вот. Все, дичуль накормила. Гурман или гурмен. Вот понравилась баночка. Видите, прямо вылизывала. Ну, еще следующее. В общем, еще попробуем, посмотрим. Я тут сейчас в кладовке вся. Вот эту я им сейчас открыла. Говядина. Она по вкусу, по запаху, по вкусу, я так говорю, как будто попробовала. Нет, я не попробовала. По запаху, как... Знаете, что как тушенка, причем такая хорошая такая тушенка, прямо такими, знаете, как в тушенке, прям такие вот кусочки, не кусочками именно, а прямо такие вот,
ну, полосочки, да, вот такие мясные, как говядина. Очень понравилась девчонкам моим вот эта вот банка. Гурман, вот, четвероногие. Но я их купила всего две. Завтра попробую дать вот эту. Это, видите, у меня тут запасы мои всякие. И вон те. Вот у меня шиба, тут еще пакетики. Это я в кладовке своей. Вот у меня запасов много. Вот это очень понравилось. Вот это куплю им еще раз. Обязательно куплю. Потому что прям, видите, Бона как вылизывала. Прям нализывала миску. Но много не даю. Ничего, баловать, да? Очень понравилась ей эта игрушечка, да? Очень понравилась. Она как для детей. Еще и пищит вот здесь вот. Здесь шуршит, а здесь пищит. Но, знаете, не ярко так, а... Ну, не громко, ярко говорю, господи. Для детей такие. Вот я своим мальчишкам покупала, когда они маленькие. Очень похожие игрушки. Так это для собак. Да, думаю, хорошо. Очень понравилось. Весь вечер с ней она тусит. Да. Вот такая собака. Вот такая. Она, кстати, очень любит. У меня Бона с детства не любила игрушки. А вот Джуси очень любит всякие. У нее всяких полно, конечно. Это уже у нас незнамо какая. Но вот она очень любит. Очень прям сейчас. Вот весь вечер дурака валять. Плюс баночка вкусная. Вообще красота. Да, Джусенька? Думаю, девочка моя сладенькая. Вот ты какая злобная собака. Злобная, злобная, да? Вот такая, да? Что-то я сегодня так устала, девочки, набегалась. За час, пока у меня занимается сын, сын в школе занимается час, это подготовительное занятие, я успеваю сделать, ну, просто успеваю сделать все. В общем, ужас какой-то. Вот. Так что Джуська тоже наигралась. Уже все ложимся спать. Вот. Так что на сегодня уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным, интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Обязательно поддерживайте меня в других социальных сетях, на Яндекс.Дзен в особенности, ВКонтакте. Я всем очень-очень рада. Оставляйте там свои комментарии, ставьте пальчики вверх. И здесь тоже. Всех люблю, целую, до новых встреч.